Композиция, я долго думал, как бы петь не, на самом деле, вот, но в связи с как бы событиями, годовщиной 70-летия Великой Победы, в общем, песня называется «Шоколадная пицца». Открывается двери, забывают все лица тех, что больше не верят. Кто уснул вечным сном, не добудится. Шоколадную пиццу, шоколадную пиццу, шоколадную. Ночью стало не спит, шоколадная пицца, вечерного света. Утром боится, кто уснул вечным сном, ему могут присниться шоколадные убийцы, шоколадные убийцы, шоколадные. Он заходит он в храм, чтобы там помолиться, чтоб немного забыться и от боли укрыться, забыть те имена, что могли бы родиться. Шоколадный убийца, шоколадный убийца, шоколадный. Но проблема в одном, не умеет молиться, что в чьих-то ушах, кто кричит, кто стучится. Шоколадный убийца, шоколадный убийца, шоколадный убийца, шоколадный. Шоколадный убийца открывает все двери, забывает все лица тех, что больше не верит.